勝利だ。
Oh!
Они возникли передо мной. За
собрали всех. Их унесли с собой демоны. Боги, спасите! Что случилось? На нас напали демоны! Отняли дитя! Как это? Никто не дал им отпор? Я мог бы, но я не рожден для битвы. А мальчишка думал, что сразит демонов. Сейчас он, наверное, у старой башни. А я бежал. Старая башня? Мальчик не выживет в этой пустыне. Разыщу его. Я бежал от Анубиса. Похоже, это башня, о которой говорил безумец. Значит, не все в этой истории бред. Эй! Как ты оказался тут один? А зачем тебе знать? Что тут делает Меджай? Ходят слухи о пропавших людях, ребенке и демонах. Никто никуда не пропал. Нас схватили разбойники. Бежать удалось лишь мне. Но я вернусь и спасу отца. Если отправишься один, погибнешь. Ну и пусть. Я должен пойти. Ты смелый, но глупый. Долг сына перед отцом — жить. Я пойду с тобой. Идем, если хочешь. Мой долг — спасти отца. Ты юн, но готов поступать как мужчина. Отец будет горд. Нужно спешить. Если нас не убьет жара, то сожрут гиены. За мной. Твой отец! Он точно жив? Нет. Но что делать? Мама умерла очень давно. Я ее и не помню. Отец сам растил меня. У меня отцовская лошадь. Даже если он мертв, в Дуате конь пригодится. Это буря! Нам нужно переждать! У меня нет времени ждать. Если он жив, я спасу его. Если мертв, отдам за него свою жизнь. И мы вместе отправимся в поля Иалу. Мы должны спешить к отцу. Подожди здесь. Дальше идти опасно. Я сделаю все, чтобы спасти твоего отца. Спасение отца? Я не ребенок. Я ракотопа с Дионисиуса. И я пойду. Я Байк из Сивы, и я не позволю тебе рисковать. Ты мне не нужен. Я и сам до тебя. Да, глупое дитя. Нужно было связать.
Я. Мы едва знакомы. Сюда, Байк. Тихо. Их лагерь рядом. Рахатеп, ты словно мой сын. Считал себя взрослым. Что его изгубило? Сиди, где сидел. Хорошо, Байк. Я стану слушать тебя. Но погибнешь, займу твое место. Видишь смотровую башню? Стражи изредка покидают свой пост по нужде. Тогда и пройдем. Ты быстро соображаешь. Отец будет горд. Будем держаться в тенях и ждать. Что? Ты не убежишь! Крестьяне, пошли. Вот ты где! Уходить отсюда! Скорее, туда! Коней оставили там! Бежим! Быстрей!
живой! Вижу, все целы. А где мой отец? Рахатеп, мне жаль. Его отправят на корм крокодилам. Нам не справиться с ними. Это не демоны, это люди. Слушайте, вы все обязаны отцу жизнями. Туро, помнишь, как он за твою дочь принял удары плетью? А ты? Он пересек пустыню и привел твоему отцу лекаря. Ваш черед помочь ему. Если он жив, спасем его. Если нет, отомстим. Идемте! В бой! Боги, так ты похож на отца. Ты прав, Рахатеп. Что бы ни случилось, мы с тобой. Приготовьтесь! Пусть лучше готовятся те, кто напал на нас. Спасем же моего отца! Боги сегодня с нами! Вперед! Эй, ты! Тебе не уйти! Что здесь? Что такое? Хватит! Прошу! Кто ты? Что тебе нужно? Я друг. Пойдем со мной. Нужно спасти тебя. Не выйдет. Меня пытали, а потом ослепили. У лагеря есть пристань, где можно укрыться. Отец, ты жив? Что с тобой? Демоны лишили меня зрения, но не смогли отнять сына. Ты спас меня, Рахатеп. Он спас всех нас! Победил 5 демонов в одиночку! Рахатеп, ты стал мужчиной, настоящим лидером. Займи мое место. Я уступаю его. Отец... Мне помогал Байек из Сивы. Бился за нас. В нашей деревне будут помнить твое имя. Сегодня мы празднуем. Идем с нами. Твой сын отважен. Я рад, что помог вам. Думаю, дальше он справится сам. Доверься ему. А я буду воевать со своими демонами.
Thank you.